Ну что ж, всем привет, ребята! С вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего, не скажу, что выживания, но нашей охоты на покемонов. И добро пожаловать в 51-ю серию. Где ты, зараза мелкая? Фиг увидишь, фиг найдешь. Ща мы как-то попадем. Вот вижу что-то там, тень какая-то или что это? Ребята, вы видите? А то, если честно, я не очень вижу. Иди ты в попенцию. Ща мы спустимся, ща мы тебя отсюда выколупаем. А то ты не хочешь показываться. А он походу... Охренеть, иди ты нафиг. Я думаю, да, в воде там какой-то Magikarp или еще кто-то. Но, как оказалось, нет. А пока ночь, чтобы не терять время, на прокачку каких-то покемонов, мы быстренько слетаем на нашу... Я забыл высоту. Мы взлетаем на нашу специальную точку, где в ряд выстроились все бишарпы и уже, знаете, уже просто стоят и ждут нас. Ну когда уже я приду, чтобы на них напасть? В первую очередь, нам, наверное, нужно прокачать метанга. Потому что эта зараза требует офигеть сколько уровней для того, чтобы эволюционировать. Но тем временем... А нет, знаете что? А давайте во вторую очередь мы не будем прокачивать Ларвесту, а давайте прокачаем Пласла к... Ну давайте приблизительно к 60... Нет, какому нафиг 60 уровню? К 30 уровню и, в принципе, выкладываем Пласла в компьютер, потому что эволюции у него уже нету. Поэтому давайте быстренько, ребята, прокачаемся. Смотрите на карту, сколько там всяких заспавнилось тогда, когда не нужно, да? Еще там и босс. И тем временем, не забывайте самую главную задачу, зачем мы тут находимся. Мы же прокачиваем наш орб. Орб же у нас, можно сказать, даже на первом плане стоит. Потому что сколько там? Еще 370 убийств, ребята, и наш орбик будет прокачанный. И следующая легенда, которая у нас будет, это, по сути, получается уже Артикуна, потому что мы нашли алтарь, и сейчас просто остается это прокачать орб, и мы сможем запросто пойти, заспавнить, и даже без всяких раздумий забацать себе новую легенду. Но тем временем, пока у нас идет ночь, пока еще утро не наступило, мы быстренько будем прокачивать наших покемонов, пока есть время. Пласту еще 7 уровней. Не нападайте друг на друга. Зачем? Дайте лучше я вас напинаю одним ударчиком нашим Гроудоном. Не зря же мы Гроудона ловили. А для того, чтобы он же пенсии вам надирал. Бишарпы, да? Так, замечательно. Ху, дальше. Кто-то еще есть? Ребят, как видите, все уже поубегали. Просто уже никого нету. Пласл, ты какой там? 25-й, ну еще 5 уровней. Вижу, не убегайте, не улетайте, не уходите, я сейчас приду. Опа. Ух, какой мелкий бишарп. Знаете, что я подумал, что в этой серии я никого не буду не убирать, не удалять с музея и, в принципе, ничего не делать. Потому что мы это сделали в предыдущей серии. Мы удалили, мы выкинули, мы добавили, и на этом, наверное, хватит. Потому что, знаете, я так посидел, посоображал, что даже иногда от музея нужно отдыхать. Потому что, я не знаю, кто-то со мной согласится, но, как ни странно, но в пятом музее, наверное, больше, как это можно сказать, больше внимания выделяется музею, чем прокачке покемонов, чем ловле новых покемонов, чем созданию там болов или еще чего-то. Больший акцент идет на то, что мы добавляем людей в музей, то, что мы бесимся, не бесимся, то, что люди просятся в музей, все такое. Даже сейчас, когда я это объясняю, я говорю опять же о музее. Поэтому, ребята, знаете, нужно делать какие-то перерывы. Допустим, музей раз в 2-3 серии. О, нужно добавить там людей. Ага, одну серию не добавили, другую серию не добавили. Зато в третьей серии мы добавим и за первую, и за вторую, и за третью серию. То есть добавим мы целых 10 человек. А если каждую серию добавлять, то будет по 3, по 3, по 3. А так, пум, и сразу там 9 или 10 человек. И мне кажется, это будет нормально. Поэтому иногда тоже нужно отдыхать от музея. Я думаю, большинство будет со мной согласно. Но это не означает, что вам нужно меньше комментировать. Не забывайте, чем больше вы комментируете, тем больше ваш шанс попасть в музей. Я считаю, читаю даже и считаю ваш каждый комментарий. Я смотрю, сколько штук вы их оставили.
если их там действительно много, если они действительно по сюжету, можно сказать, то, что мы делаем, да иди ты сюда, зараза, а, мелкая. Ну, не мелкая, но все же, не могу попасть просто. А даже если вы комментируете каждую серию и еще что-то делаете, и комментируете по сюжету, например, то, что мы делаем каждую серию, то у вас еще больше шанс попасть в музей, потому что когда я выбираю людей, кто туда попадает, я смотрю, сколько комментариев они оставили. Если вы оставили там 10 комментариев, то вы, возможно, попадете. Если 20, то уже, можно сказать, 100%. Если 30, то уже в приоритете стоите. Поэтому, ребята, над этим тоже нужно думать. Но, в принципе, хватит о музее, и уже, если честно, парит. Поэтому, ребята, мы дальше активненько прокачиваем. Пожалуйста, я тебя прошу. Пускай пласт... Какой пласл? Только не говорите, что 35-й пласл. Я его что, перекачал? 32-й. Не говорите, что я перекачал пласл. Я не хочу его еще прокачивать пару уровней. Пожалуйста. А я, походу, его нафиг перекачал. Вот ты... А, нет, не перекачал. Ху, еще один уровень. Я думал... Мне что-то, знаете, так на секунду мелькнуло и показалось, что он 32-й. Хорошо, что мы его не перекачали. Ух. Во, другое дело. Все. Пасла мы выкладываем. Допустим, за это тоже можно выкинуть уже потом, если что, новое сделаем. Это, в принципе, тоже. Тут куча всего, что можно выкинуть, что можно выложить. Потом придем домой, выложим. Ребят, я до сих пор еще даже не успел сделать покеболы, потому что, в принципе, извиняюсь, не было просто времени. Так, ладно, ты там нападай, Гроудоша, а мы быстренько... На кого? Наверное, на Ларвесту. То есть в приоритете у нас стоит, конечно же, Метанг, да? Потом на втором месте у нас стоит Ларвеста. На третьем у нас стоит Тутудайл. А Иви у нас, знаете, какая будет? Ну, в принципе, мне... Давайте, может, сделаем все-таки... Как вы думаете? Давайте, может, Эспиона. То есть, Амбриона, знаете, самое сладкое нафиг оставим на потом. Потому что я тоже хочу Амбриона. Если честно, наверное, с всех Иви я бы выбрал Эмбриона. Точнее, Амбриона, а не Эмбриона. Почему я говорю Эмбриона? Амбриона. Со всех Иви я бы выбрал, наверное, Амбриона, потому что он больше всех мне нравится. Она, точнее. И поэтому, наверное, самое сладенькое, то есть десертик у нас будет напоследок. Еще Флорион тоже классный, я бы тоже выбрал. А кто у нас еще остается? Желтион. Давайте, знаете, такую очередность сделаем. Сейчас у нас пойдет Эспион, потом Желтион, потом. Давайте Флорион, и на последнем месте у нас будет Нет, да что ты... Ху, слава богу, что ты убил. То, что слава богу. Уху. А то я думал, знаете, сейчас опять случайно выкину пласла, а то он как-то, знаете, в бой вступает, что ли, сам или что. И один уровень прокачается, и нам будет опять нужно прокачивать там несколько уровней. Опа, это что такое? Мне кажется, тут, да, не зря я заметил свет сдалека, что тут есть что-то, что нам нужно. Только я не знаю, с какой стороны. О чем мы будем париться? Да, мы быстренько сейчас нафиг это все разрушим, еще и дерево себе заберем. Умный Эдисон, да? Вот так, быстренько мы это все возьмем. Ху. Экспешер, пожалуйста. Ребята, давайте. 1, 2, 3. Экспешер. Ага, хренак спешер какой-то. Вот твою нафиг, мы его никогда больше не выбьем. Наверное, сезон нам говорит, Эдисон, хватит тебе одного экспешера, иди в пупу, да? Больше тебе не дадим. Я, наверное, так и вижу, что такие есть. Ах, ладно. 351. Что можно еще нафиг выкинуть? Больше, в принципе, ничего. Домой мы не можем вернуться. Ла-ла-ла-ла-ла. Опа. В дальнейшем, точнее, в скором времени я уже сделаю еще больше частей для нашего сада, то есть еще больше участков. И плюс к тому у меня возникла такая идейка. Легендарный, сойдет. То, что, знаете, сделать, как это можно сказать? Я не знаю, как это называется. Я помню, но я забыл. Знаете, по такими стеклянными куполами какие-то плантации. Но, знаете, так как есть, как люди выращивают искусственным вот этим помидоры, вот это все делают, так и мы, в принципе, можем сделать. Это, мне кажется, будет прикольно.
чтобы выкинуть его. То есть, знаете, создать большой такой купол стекла, это, конечно, ну, долго нужно будет добывать ресурсы и париться, но все же создать, и, в принципе, внутри мы будем выращивать там наши овощи и фрукты для того, чтобы в дальнейшем создать ресторан и, наконец-то, посвятить уже одну серию еде. Наверное, мы так и сделаем. Что-то я хотел пережарить. Нет, сначала вот это возьмем, это заберем. Так, а тут... а тут, в принципе, ничего больше нету, поэтому... Здрасте. Вы разрешите с вами поздороваться? Привет. Ладно, не хочешь здороваться? Привет, я сказал. Привет. Да ударьте его грудон. Чё-то... А, в принципе, да, он мне, знаешь, бьёт. Привет. Еще раз привет. И еще раз привет. Ух, какой клевый чувак. Так с нами поздоровался классно. Так, что еще выкинуть? Вот, точнее, не выкинуть, а выложить вот это сюда. Вот это. Вот это и вот это, чтобы не мешало. Сюда. Ой, нет, это заберем, это заберем. Тут вроде все. То есть сюда больше ничего. Сюда еще нужно вот это, вот это, вот это. Сюда вот. Замечательно. А, сюда мы выкладываем, чтобы это у нас было под рукой, потому что смотрите, сколько у нас тут болов, точнее не болов, а частей. Давайте тогда еще, знаете, что сделаем? Еще возьмем вот это и сделаем еще парочку. Давайте, допустим, вот так, вот так, вот так и вот так, да? И еще сделаем себе 15 штук. Фу. Потому что много тут нам нужно вот этого будет. Тут у нас есть место. Замечательно. Ты уже у нас есть. Выкладываем, выкладываем, выкладываем. О, какой чистый. Почти. Почти чистый инвентарь. Не скажу, что он чистый на 100%, но все же. Сойдет, можно и так сказать. А, нормально, нормально. Ребята, куда бы нам пойти, кого бы нам... Хотя словить некого, потому что булов у нас, к сожалению, нету. А знаете что, давайте еще на один, на одну ячейку очистим наш вот этот. Замечательно. А знаете что, давайте 4 минус 487, там 150, допустим. Нет, не тут. Я помню, кто-то мне скидывал координаты той шахты, нафиг, где мы были. Шахты, где мы были. Ну не тут это 100%, 480. Вот 480 это... Ребят, помните ту шахту, где мы были, где мы нашли... Вот тут, вот, вот вроде тут. 475-844. Пожалуйста, я тебя умоляю. Будь тут. Я тебя прошу. Тут! Неужели? 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 Знаете, что я ищу? Идите. Я бы пошел, тебя убил. Вот, вот, вот паскуда. Ну скажите, ребята, что не паскуда. Будь там на том месте, никуда не... Вот, думал, нахрен. Сидел и думал, идти убить этого босса или нет. Когда надумал, пошел, он пропал. Иди ты в жопу тогда, пласл. Опа. Да! Я хочу сказать спасибо тому чуваку, кто подсказал мне хотя бы приблизительные координаты, потому что я не помню. Я помню, что там где-то мелькнуло глазом, что я видел минус 480. Это та шахта, где вот это... У-у-у-у, ребята, чувствует моя точка G, что у нас в скором времени будет... Будет большой бэкпак. Замечательно. Действительно, хочу сказать спасибо этому чуваку, потому что я не помнил, честное слово, я не помнил координаты этого места, но он написал. Хоть я не запомнил, какие, но я краешком глаза увидел, что там что-то было минус 480. И видите, как я запомнил, а потом уже по ситуации нашли. Так, тут больше ничего. Ребят, это все нужно собрать быстренько. Там сколько вроде нужно? Вроде около... 50 штук, что ли? То есть вроде 50 нитей, чтобы сделать большой бэкпак. О, нифига себе, я это первый раз не видел. Мелон сидс. Ну давайте по приколу. Почему бы и нет? Засунем в этот. Так, тут есть еще что-то. Засунем в сундучок, потом вдруг пригодится. Может, мы еще и вот это выращивать будем. Так.
Опа, замечательно, замечательно. А вдруг еще сейчас... А мы что, нафиг по кругу ходим? Получается, что да? Ну пофиг, знаете, то есть нитки есть, почему бы и не походить, да? Так, я там видел где-то проход, вот тут он. А что мы еще... Какая тут вообще высота, мне интересно? 28. К сожалению, мы тут алмазики не сможем найти. Точнее, уголь нам не нужен, алюминий нам не нужен. Железо нам, в принципе, тоже не нужно, потому что мы его навыбивали себе кучу спавниардов и из бишарпов. В принципе, тогда и не нужно, да? Так, все, что нам нужно в шахте, как ни странно, мы пришли в шахту за паутиной. Я паучка слышал. Паучок, иди ты нафиг, не нужен нам паучок тут. Мы же мирные, у нас с собой покемоны, какие нафиг паучки? У нас же с собой даже меча нету. Ого, там капает. Так. Так. Там еще тоже есть проход, я вижу, но... Пауки, идите вы в жопу. Где-то бегают, бродят, наверное, что ли, под нами. 23 штуки, ребят, как думаете? Но мне кажется, что не хватит. Знаете, давайте лучше все-таки подстрахуемся. Чем больше, тем лучше. Почему бы и нет? А там же вроде еще бэкпак можно красить. А у нас есть красители. Я хочу синенький. Я хочу синенький бэкпак. Я надеюсь, мы его сможем сделать. Алмазики, пожалуйста, мы вас просим. Но я бы хотел вот это заколбасить, чтобы оно не вытекало как-то вот так, да? Ху. Быстро. Опа. Замечательно. С этим справились. Алмазики. Ну почему? Алмазики бы пригодились. Те же алмазные печки сделали. Я знаю, мне писали некоторые люди, что сделай вот эти печки с адского камня, да? То есть они не употребляют уголь. Но, ребята, они очень медленные. Я понимаю, что они не употребляют уголь, что они могут жарить как бы на своем тепле, потому что это, в принципе, камень сада, можно и так сказать, да? Я это прекрасно понимаю, но они очень медленные. Мне как раз печки нужны для того, чтобы они очень быстро жарили. А вы прикиньте, если мы туда ставим стак вот этого априкона, да? Априкона. Сколько оно нафиг будет жариться? Сутки? Я понимаю, без угля, но все же. Тоже поймите, что нужно это все быстро делать. Ху! 37, ребята. Давайте еще двадцаточку набьем. Паучки. Идите нафиг. Не нужны нам пауки. Мы мирные. Честно, ребят, ну скажите же, мы мирные. А вот эти сволочи, как я вижу, не очень мирные. Иди ты, там, конечно, паутины. Короче, чем мы будем париться, да? Мы не играем в выживание. Зачем мы нафиг будем вот этим страдать, если мы не играем в выживание? А тем самым мы сейчас просто тут будем стоять, да и все, и вот это все собирать. Умные, да? Да ты, походу, издеваешься надо мной. Какой в ж... Так бы твою мать целый бы спавнился, Райкоу. Так бы нафиг целый бы спавнился, так бы Суикун спавнился, так бы Лугия или Кёгр или хотя бы Мью спавнился. Зачем нам нахрен второй Райкоу? Вот вы жопошники, приколисты, кто этот спам делал. Ладно, это в принципе не их вина, но все же. Это жопа, ребята. Ну какой нафиг... Нет, они, смотрите, ребята, попёр спам легенд. Смотрите, сейчас Селеби тут прям захреначится сразу, смотрите. Опа. Я знаю, что там был Райкоу, что мы его профукали, потому что я оттуда тпхнулся. Ну нахрена нам еще один Райкоу, чтобы мы с ними делали? Вызвали двух Райкоу и смотрели, какие они красивые. Как-то не очень, да? А хотя он и так тут. Ребята, я не хочу его убивать. Я не хочу его убивать. Это же легенда, это же Райкоу. Но...
Да хрена, ну честно. Ну просто скажите, ну почему Селеби нафиг не заспавнится? Ну почему тот же Кьогур, который в предыдущем сезоне за одни сутки игровые спавнился по 30 раз? Новая легенда и та, что у нас уже есть. Это даже не смешно, честно. Я не хочу смеяться над этим. Вы походу троллите меня, что ли? Раз так фартануло, я тебя прошу, Кьогур, выйди погулять, не лугия. Давай забагайся, майн, то есть давай залагай на пару секунд, чтобы еще и Лугия, и Кьогур заспавнился. Ну пожалуйста. Ну ты же заспавнил Райкоу, ну почему ты не можешь Кьогура заспавнить? Я бы честно хотел Кьогура. Хоть самой конченной натурой, хоть самый мелкий, небольшой, ну хотя бы хоть какой Кьогур, но не Райкоу, который у нас уже есть. Это просто троллинг какой-то, честное слово. Двибл. Ладно, иди-ка ты сюда, хотя бы ты, босс, от нас не убегай. Сейчас мы тебя зашпиндолим тут. Только не убей нашего Гроудона, пожалуйста. Гроудон у нас же тащит по... Твою мать, а. Тащер, ага. Хренащер какой-то, не тащер. Эх, ух ты нафиг, а. Ух, красава. Еще раз. Нет, не красава. Ты что издеваешься? Ну хотя... Во. А я эволюционировал. Короче, пласт, иди в жопу, я тебя и так выложу. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока, паркбол. Офигеть. Вот как раз я это заметил, нужно забрать. Ребят, не буду я прокачивать Пласла, это случайным образом получилось. То, что всех наших покемонов убили, и он один остался. Поэтому не будем мы его прокачивать, я просто выложу. Ну что? Ну что, ребята? Ну что скажете? Наверное, перед тем, как закончить серию... Хотя я просто в следующей серии сам его прокачаю к 35-40 уровню, чтобы вам тоже мозги не парить... Мозги не парить... А сам, наверное, прокачаю, да и все. Райкоу, вот ты засранец. Легендарный... Ну вот вы не дадите нам ни в дом пойти, ничего сделать. Вот сейчас я хочу себе бэкпак сделать. Дайте нам сделать бэкпак и не отвлекайте. Да, ребята? Метанг. Опа. Да ну почему на этого? Ну убей ты его уже. Ух, долго мы этого метанга прокачивать будем. Видеть как долго. Ох, ладно, давай быстро убивай его, наконец-то. Иди-ка ты, Персиан, красненький такой. Чесотка, что ли, что красный нафиг. Иди сюда, Гроудон. Хренакс? Нет, еще раз хренакс. Так. Их, лучше бы экспешер. Это смешно, ребята. Нам уже столько паркболов выпало. Даже два мастербола выпало, но еще ни один экспешер не выпал. Точнее, один экспешер выпал. Вот приколы, а. Ну как? Ну так в предыдущем сезоне там же нам экспешер практически падал с каждого, ну хотя бы 30, ну 40-го, допустим, босса. Но сейчас это с ума сойти. Мы уже столько боссов убили, что с ума сойти. А как это... Только не говорите, что нам еще кожа нужна. Я тебя прошу, не говори, ну хотя 100% кожа нужна. Я хочу синенький, blue. Ага, ну это понятно, как его покрасить, да? То есть это у нас есть, поэтому покрасим. А, вот это нужно сделать. Это делается из этого, это делается из этого. Поэтому нам еще нужно сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? 8 штучек. Ну короче, 16 кожи нам. Еще легендарный ультимейт. Это вроде последний, что ли? Или нет? Ну, сейчас посмотрим. Ах, ну, к следующей серии, смотри, ребят, я прокачаю пласло, чтобы вам тоже мозги не парить с этим. А, да, это последний. Чтобы вам тоже мозги не парить с тем, что мы будем его еще прокачивать. И плюс к тому я добуду кожу, и в следующей серии мы... Экспешер. И к следующей серии мы себе сделаем уже большой нафиг бэкпак. Плюс к тому мы его даже себе покрасим.
в синенький цвет. Или я предоставляю выбор вам, ребята. Голосование. Какой цвет вы хотите бэкпака? Чем больше будет голосов, такой цвет и моего и покрасим. Знаете, я просто хочу вот это еще посмотреть. Вот Water Barrel. Это я просто хочу посмотреть, как она будет выглядеть. Какой, ребята, какой? Синенький, красный, зеленый, розовый или какой там пинг есть? Мажента. Ну, лайм. Эндер... Ни хрена себе Эндер Бэкпак. А как он делается? Ладно, это не важно. Так, что я хотел посмотреть? Water Barrel, да? Water... Вот. Опа! Я это хочу, хотя это никакая нафиг не water, смотри, как выглядит. Даже воды там толком нету. А если обычно barrel, да? Что... Допустим, вот так. Не, это тоже... Я хочу, знаете, чтобы оно выглядело, что мы туда могли залить воду, и оно бы смотрелось, как будто вода там, да? Но такого, походу, еще нету. Есть, в каких-то модах есть, но в этом, к сожалению, нет у меня. Ой, это выкинуть. Фу, ну что, ребята... К сожалению, в данный момент у нас нету кожи, поэтому прошу прощения, мы не сможем сейчас себе сделать бэкпак. У нас вообще, походу, кожи нету. Ни одной. Зашибись. Ну, конечно, мы же все потратили на крылья. Давайте еще вот это возьмем. Поэтому, к сожалению, сейчас нету. Но ничего страшного, мы сделаем в следующей серии. Так, что-то я еще хотел, но уже забыл. Потом в следующей серии, ребят, разберемся, что будем делать. Поэтому, наверное, на этом уже мы будем заканчивать. А, но перед тем, как закончить, давайте еще вот это возьмем, да? И выложим это сюда. Это шапочки, мордашечки. Это, нет, это уже не остается. Сюда. Замечательно. Так, это сюда. Это что у нас? Нет, это нам не нужно. Это. И вроде все. А, вот еще что выложить, чтобы не мешало. Вот это, да? И вот это можно. Это, в принципе, выкинуть уже можно. Хотя нет, это же мы бэкпак сможем себе покрасить, если что. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. 27 минут серии, надеюсь, вам нравится. 345 убийств осталось до легенды, но я думал, что следующая легенда у нас будет Артикуно. Но оказалось Райко, который у нас уже, к сожалению, есть. Если бы не было, я бы, конечно, обрадовался. Пласла я выложу, вместо пласла возьмем электрического кого-то. Если, конечно, он у нас есть, нужно будет посмотреть. Сейчас, в принципе... Мы желтика вроде ловили, я не знаю. Ну и Амолга у нас еще есть. То есть, это, ребят, нужно будет смотреть сейчас как-то. Или Магнимайта возьмем, плюс к тому он еще и Шани. Поэтому, ребят, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем выбрать цвет для нашего бэкпака. И к следующей серии добуду себе кожу и остальное. И на этом, ребят, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.